Панче. Это значит, сейчас работает как Национальный музей искусства. Потому что в основном испанцы, которые к нам приехали, были в Астури. А смотрите, сейчас напротив очень красивый здание, очень старый. Это большой театр, перед нас направо. У этого здания 175 лет, эклептика фасада. А сейчас там в основном танцевают балет. И сейчас слева видно Национальный Капитолий. Этого Капитолия имеет почти одинаковые размеры, которые имеет Капитол Вашингтона. Почти одинаковые размеры. Только что этого Капитолия вещи на 7 метров. У этого Капитолия высота 89 метров, а Капитолия, который Вашингтона, 82 метра. Так, здесь внутри есть бриллиант, тоже сейчас тоже здесь реконструкция, который показывает нулевой километр центральная дорога, которую имеет Куба. Да? Вот. Раньше кто шел в какую-нибудь деревню и посетил Гавану, так снимал фотографию здесь. Чтобы все знали, что были в Капитолии. Да? Потому что единственное, что все знали, это был Национальный Капитол. Давайте будем делать остановку, здесь на 5 минут, чтобы снимать фотографии.